Всем привет, вы на канале Northern Play, с вами, как обычно, Света, и сегодня мы начнем играть в покемонов. Сейчас мы быстро сделаем персонажа, и будет резкое включение. И у нас получилось что-то такое. Вроде что-то нормальное. Ну хорошо, продолжим. Ready. Конечно, я так себе говорю по-английски. Короче, что-то да будет нам понятно. Я надеюсь. Я так понимаю, это наша какая-то карта, что ли? Или что это? Я до этого в этот Violet, что ли, как он называется, играла. Чуть-чуть. И тут, наконец-таки, купила карту захвата и, как же, решила попробовать, как у меня получится. А, блин, я кнопку должна была нажать. Чёрт. А, что-то написанное. Что-то на английском. Ну? Ну что это? Наранья Академия. Короче, какой-то чувак что-то показывает. Очень увлекательно. Все очень интересно. И незабываемо. Не, на самом деле, я очень давно люблю покемонов. Фанатею по всех их сериям. Ну вот, первый раз добралась до того, чтобы вывести его на комп и поиграть с компа. Блин. Вот здесь это также незабываемо будет. Как и чувство того, как я поняла, когда я поняла, как это сделать. Да. Блин, на какого-то чувака смотрим. Я надеюсь, мы поймем, куда чего идти. Как что делать. Ну, на крайняк поймаем кучу покемонов. Блин, я не понимаю, этот мужик владелец Академии или что это? Или это продвинутый доктор Оук? Ну, ну, милаш. Что я могу сказать? Ну. А, да, что-то там понятное. Да, что-то живут. Короче, живем мы, люди, с покемонами. Это единственное, что надо знать. И мы в Академии, по ходу дела, учимся. Угу. Да... А, вот это Торос, по-моему, это маг. Ну, каких-то покемонов-то я знаю. Ню. Так, нам показывают, по ходу дела, какую-то жизнь студентов. Так, а это, наверное, педагоги. А, ладно, мы разберемся, по ходу дела, что как. Но. Тут-тут-тун. Ой, это что такое? Какая прелесть. А, вот. А это то, во что мы играем, так сказать. Покемон Скарлет. Угу. Я говорю, я на этом Violet пробовала на Nintendo до этого чуть-чуть играть. Но до этого я не знала, что такое карта захвата. Мне было все интересно, как же люди играют и записывают. Вот. Потом почитала, поняла. Ну и, конечно, сколько я геморроила с этой картой захвата. А потом я понял, что вся проблема в том, то, что я вот эту док-станцию от Nintendo просто в розетку не воткнула. Было смешно. Так полчаса с бубнами танцы устраивать, а потом понять, что просто надо было в розетку вставить. Вот так все прекрасно. Вот у нас какой-то покемон, по ходу дела, сейчас врежется. Но я так понимаю, тут заставка похожая на Violet. Только вот эта штука другого цвета. Не помню, покемон, что ли, это какое-то? Или средство передвижения наше будущее? А? Попугай с прической Элвиса Пресли. Прекрасно. Ня. Но. Ну. А, загрузка. Сейвинг. А, да, до этого еще пробовала вот эти моды непонятные с русским языком. Честно, все, конечно, прекрасно. Но там на каком-то моменте он делает сохранение, а потом просто дальше не играет. Поэтому очень весело, задорно. Поэтому я решила просто поиграть с консолью. Ну и что на английском. Nintendo, по-моему, никогда покемонов, вот за мою память, на... Что я сейчас делаю? На русский, по-моему, никогда они не переводили. А я с этой версией, ну вообще с покемонами знакома. Блин, это было
Это еще со школы было. Я еще помню, он тогда на этом, на Game Boy этот Color еще вышел, блин. По-моему, Gold, что ли, блин, так давно было. Ну, блин, это тогда, да. Потом вот эти раскладные. А, до раскладных были такие... Такие большие, видишь, не помню, как они называли. А, Advance, что ли, назывался? Да. Где-то у меня даже это, по-моему, все валялось. Да, незабываемо, конечно, незабываемо. Так, ну что вы. Так, ready, да, я ready to school. Ready to school. И чё ты? На картину-то залип. Чувак! А мы что-то не сделали? Чё? Мунча. Ну, Мунча. Тебя так зовут или ты что-то хочешь? Какую-то Мунчу. Как мачо, но Мунча. Да? Ту-ту-ту-ту. Ну? Это наш мамка, что ли? О, да. Ну, типа, я что-то понимаю, конечно, ну. Да-да-да, сейчас пойду в новую школу. Я когда-то изучала английский, но это так давно было, и из-за долгой непрактики, ну, все забывается. Так что, very important for... Что-то, дин-дон. Ну, maybe. Ну и что нам? Нам надо на дин-дон ответить, а здесь был дин-дон. Нет, а, это дверь в гарден. Ну. Блин, тут как-то бегать можно было. И что это? А вот здесь он, кстати, в красном. В той версии он был, по-моему, в фиолетовом ходил. А, ты пошел нас вызволять в академию, да? Из дома, из теплой кроватки. Музыка такая, блин. Начала что-то в эту версию играть. Блин, так захотелось поиграть еще в старые, блин. Да, конечно, вот это... Вот, да, вот ностальгия, конечно, блин. Но если залипнуть потом в остальных покемонов, это все. Это будет феерично. Я вообще потом думала попробовать какие-то еще старые игры поиграть. Но проблема, конечно, в том, что они очень плохо... На новые компы ставится. Ну и что ты хочешь? А ты что, приставка в плане? Только что поставил. Уже и так поставил. А, go your room. Ну ладно. Все. Понятно. Меня изгнали, чтобы у меня за спиной тут потрындеть обо мне. Да, спасибо. Спасибо, мам. Угу. Ну и что? Ну вот я сюда пришла, что? А, мне одеться надо, да? Yes. Что, ну сейчас ужасно будет. Ой, господи, что за панамка? Я у мамы долбоклюй. Что это? Well, can you X open menu, что-то там save, и там... Блин, ладно, подождите, сейчас пробуем. О-о-о! Ну, давайте сохранимся, подождите, есть. Ну? Ой, эти звуки, конечно. Так, и что у нас в бэгадже нашем? А, нифига. А что это за... Эй, серьезно? Ха. Даже не интересно. Ну и ладно. Ну и в попу вас. Эх. Ну короче, мы одели свои полосатые штанишки, одели панамочку. Давай, дядя, давай нам заданий. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну-ну-ну-та. Ох. Грациус? Чего? Тэп-тэп-тэп. Мастер, конечно, я мастер. Импортант, очень важный мастер. Да.
Короче, сейчас последуем за ним. Ну, о чем, Аманди, что ты нам скажешь? Ой, что-то там какие-то очень умные наставления. Ты что-то там еще хочешь дать, сказать? Ну и ладно. А, тут автосохранение. А, тут выход. Интересно, направо, что за дверь? Но мы потом посмотрим. Да, конечно, эти покемоны. Из-за моей большой любви у меня и так была вот эта Nintendo консоль, вот эта последняя. Но из-за того, что у них новая версия, я так поняла, ну чуть-чуть улучшенная стала. И еще к выходу новых покемонов, вот этих как раз-таки Violet и Scarlet, вышла прям... консоль в их стиле. Ну, что вы думаете? Я, конечно, соблазнилась и купила. Теперь у меня две Nintendo консоли одного поколения практически. Ну, а что делать? А, тут нам надо выбрать это, покемона. А какого мы хотим? Ну, я думаю, мы, наверное, потом в Violet все равно тоже будем играть. Ну да, я бы прошла бы так. Блин, а кого вот я хочу? Блин, динозаврик, кошечка или... утка. Я даже не знаю. Блин, может динозаврика возьмем? У него такой бестолковый взгляд. Как это? Дурачок. Ну ладно, давайте мы возьмем огненного. У нас будет огненный. Огненный покемон. Выбираю тебя. Ну утку не хочу. Я лучше псидака потом поймаю себе. Будет классная уточка. Так, ну чё, да. Ну. Ротом Пхон. Телефон какой-то. Ротом телефон. Пхоне. Ротом Пхоне, хорошо. Да. Хорошо, мам, как скажешь? Окей, все, окей, как скажешь, все. Отпусти. Отпусти меня в Гималаи. Так, все? А, мне надо выбрать, да? Ну, блин, иди сюда. Я хочу тебя. Да? А, или я с ними, типа, сейчас гуляю, или что? Бля, и что? Ля, что ты? Ой, господи. Ой, все поняла. Блин, как закрыть? Блин, встаньте. Так я же выбрала. А как тут бежать? Можно потом бежать. Блин, понажимаю. Ну, я думаю, динозаврика. Давайте возьмем динозаврика. Мне кажется, это прикольно. Но, я хочу динозаврика. Нет. Давай. Но. Ты будешь моим другом? Чё? Что за эти у них вскакивают? А, во. А, ран. Ран, бэйби, ран. Мы сейчас туда, типа, погуляли с ними и такие выбрали, да, что ли, или что? My first Pokemon. In the house. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну. А, припались. А, это мне надо теперь искать их, да? Типа, что я хочу, да? Ой. Какая киска? Ой, киску в следующем прохождении надо взять будет. А сейчас вот динозаврика хочу взять. Мне интересно, что из него выйдет. Это такой бестолковый дурак. Да. Он бестолковый дурак. Ну вот его и возьмем. Да-да-да. Ню. Да, мы возьмем вот этого. Да. Самого умного. Мы возьмем себе самого умного мальчика. Но... дайте мне дракончик моего первого. Динозаврик, кто он? Ну. Тут
Чего? А чего, Нью? Ты будешь моим типа другом, что ли? Хрена не поняла. По ходу дела мы с ней друзья стали. Блин. Что за странности? Ну ок. Подружка. Нифига не понятно, но возможно она теперь наша подружка. Ну в плане подруга, а не подружка. А там хрен его знает. Я тебя выбираю, чувак. Ты пойдешь со мной? Крав. Давай, Крав. Будешь? Пошли. Крав. Да. Да, все. Да не надо никнейм. Так сойдешь. Мне, конечно, можем потом никнеймы надавать, но не знаю. Да. А у тебя вот руки не дурно? Ну так, так чисто. Ой. Какие интересные приколы нынче. Короче, у нас вот это, да? Отлично. И... Ок. Покебол. Лезь в покебол. Ты хочешь еще со мной? Ну и кого ты будешь брать? А ты сейчас возьмешь, наверное, водяную утку, чтобы меня колбасить ей, да? Да? Вот именно так оно и будет. По-другому просто быть не может, да? Ну. Как долго. Нимона. А, ты... Ой, ты киску берешь? Ну давай. Я думаю, ты утку возьмешь. Как-то странно, там они, я как помню, они раньше вот эти. Они обычно брали противоположного, кто, например, моего покемона бы бил лучше. А тут наоборот, получается, она взяла того, который. Она взяла ту стихию, которую я смогу побить. В лучшем случае. Ну, по. Не в лучшем случае. Вообще, ну просто странно. Что-то поменялось. Хей, у нас есть Путион. А что ты меня на пляже зовешь, развратница? Так, а что тут? Трясти можно? И утка осталась никому не нужной, да? А что тут есть? Ни хрена больше нету. А вот потом найдем все. А, сейчас пойдем с этой, с Немой, с Нимоной, Анимоной, как ее, я так не запомнила, как ее там. Пойдем сейчас с ней сражаться. Ай, блин, нога чешется. Так, и что это? Покеболь. О, ох ты ж, на меня там какая-то гадость смотрит сверху. Что это? Еще с монеткой? Ха. Денежная букашка, что ли? Так. Блин, как тут прыгать нельзя? Да иду, иду я к тебе. Не маши ты мне так активно. Но. Ну, давай. Надеру тебе сейчас твои кабачки. Давай. Есть. Ну. Как тебя, Клавл? Мисс... Какая Клавл? Его зовут Клавл. Клавл. Ух ты ж, блин. Нимона. Нимона, Нимона. Да давай, давай. Та-та-та-та-та. Ну. А почему у нее есть какая-то штучка непонятная на руке, а у меня нету? Как? Кмон. Ну, кмон. Вот что это? Почему у меня такого нету? Вообще, что это? А, это чтобы ручка, наверное, не уставала, это от силы броска.
Ой, блин, это ж прикол. Ну, давай. Ну, сейчас смотрим, чем мы можем ее побить. Сам фан. Вот тебе смешно и интересно. А покемоны страдают. Между прочим, им больно, я предполагаю. Ну, давайте. Угу. Not very эффектив, я же так говорю. А сейчас у меня будет супер эффектив. Ну, давайте. Ну, давай, давай. Ага. Да ладно. Ты когда брала покемона, не знала об этом? Супер, мне нужную информацию говорит. То, что трава неэффективна против огня. Я как бы знаю. Так, ну. О, поздравим нашего динозаврика с первой победой. Ой, что за влюбленные глаза, ну вот бы. Да ладно, еще и денег дала. Спасибо. Телочка, спасибо. Да, да, я очень стронг трейнер. Анимона, ты даже не представляешь, насколько. Прям стронгер. Фи-ко-ко. Это он с этой своей уткой разговаривает, или что за фи-ко-ко? Я вот этих покемонов нового поколения, честно, don't worry about this. It's battle against soon. Ну, типа, не переживай об этом. Вот чем я там остаюсь? А, то, что я не знаю вот этих покемонов нового поколения некоторых. Там, во-первых, их сток уже наштамповали. Там уже, по-моему, какие-то только острова уже не придумали. Вообще, я уже запуталась. Да, все сложно. Ой, блин. А, это мой этот, Пхони. А? Чего? Покедекс эп? А, на мой Пхони поставили какую-то покедекс ап. Ага. И тут прогресс не заставляет себя ждать, я так понимаю. Раньше у них просто какая-то раскладушка была. А телефон у них вообще не с собой же был вроде. Потому что я как помню по мультику, они ходили в этом, в покецентрах, по-моему, он там со всеми созванивался. У него не было с собой телефона. А сейчас, типа, у него современная там это телефонка. И он себе приложение скачивает. Чего? Ладно. Очень интересно. Прогресс задел и покемонов. Блин, я так вообще не читаю, чего они там трендят. Hands. Baby, hands up. Так, таймер. Ну-ну-ну. Умпх. Умпх. Ладно. Беги, дядя, с уткой, беги. Maybe little left of work. Ну ладно, да не расстраивайся, тетя. Давай. Молодец, все? Успокоила? Ой, блин, это что? Господи, это что такое? Книжки? Что это? На минус, нажмите на минус, потом... Ну? И что это? Это что? Что это такое? А, это моя статистика, типа вот... Откуда у меня было две битвы? Ни хрена непонятно. А, вот это типа у меня есть, он так... Ах ты ж. Ну ладно. Забавно сделали, конечно. Так, у нас тут есть что-нибудь? Follow. Follow, анимона. Ща мы follow. Как там? I going to the Pokeball. Не знаю, что это. О, потем. По-моему, от этих, от ядов. А, никакие от яды-то, блин. Это... Здоровье, по-моему, восстанавливает. Не помню. А куда эта анимона делась? Тут? Блин, я помню, туда иду, да. А, походу, не туда иду. Ну и ладно. А я не зря зашла в эту дырочку. Не? У меня еще один покебол есть. Интересно, он только так бегает или быстрее может? Куда бежим? Не пойми, куда. Ай. Да, в преддверии.
перьях зимы смотреть на пляж прекрасно. Кто в этом году полетел куда-нибудь в тепло? Кто угодно, но не я. Угу. Как прекрасно. Так, а где наша Анимона? Анимона, where are you? Скуби-ду-ду. А где она? Блин, что, в этом здании, что ли? Походу дела. Нифига, непонятно. Но. Ой. А. Ты мне нужен? А нет. Да ёго меры. Где? А? Чё на меня так смотрите? Покемоны. Не, явно не сюда мне. А что? Подождите. А... Я сейчас переглючила или что там валялось? Не, меня не глючит. Что это? Кто-нибудь видит вот это? Что тут под ногами покебол? Что за... Блин, я не понимаю, может глюк какой-то? Что за покебол? Ну и ладно. Блин, где... А, она вот тут. Блин. Я же молодец. Я же молодец. А, мамандер пришла. Что, уже сватаешь меня тут, да? Да? Ну. Да, мы уже друзья. У нас уже все. У нас уже все это на мази. Так, ready to... Ой, блин, Лукин. Да. Мать, спасибо. Не лечи нас. Мы поняли. Спасибо. Блин, чё у неё за странный фартук? Поварёшка с покеболом. Типа она это, варит покемонов? Чё? Или вываривает покеболы? Это чё это? Сэндвич from mom. Ой, спасибо. Маман, ты сделала нам пожрать. Спасибо. На. О. Ну. Ню. Все? Я могу это куда-то идти? Мать, отпусти. Че? Че хочешь? Ты кейч из Pikmin D. Ну ладно, ты мне хочешь пока кейч покемон? Да бегу я, бегу. Бля, а чё? А, всё, можно бежать. Ай, ну покажи мне, как кетч. Я же, блин, дурак, не знаю, как тут кетч. Ну, показывай мне свой кетч. Зеленовласая ты наша. Ну. И чё? Ты будешь свинью или кокон ловить? Или птицу. Ну давай. Ты чё? Ты мне предлагаешь поймать покемона? Что, мне надо поймать вот эту свинью? Ну? Что так все быстро? Ладно. Баттл. Ни хрена. Что ты мне тут задом своим филяешь? Свинтус. Эх ты, свинтус. На. Давай, файт. Ой, я практически чуть не убила свинью. Ладно. Бэг. Так. О. И юз покеболь. Давай. Давай, хренак.
Ну давай, хренак, и ты в покеболе. Та-та-тан! Ну и чё? Чё регистрирует? Мы зарегистрировали свинью. Не надо. Пусть так будет называться. Любимчиков потом там обзовём. У меня есть свинья. Спасибо, зачем она мне? Блин, камон, на кой хрен мне была нужна свинья? Хала! Ты чё так рада, что я свинью поймала? Серьёзно? Тёть? Чё? Типс? Типа... maybe you... Что? Типа я тебе должна... Чё, за обучение или что? В плане я тебе должна чаевые. Ни хрена не поняла её сейчас. Можешь как-то объяснить, что прикол был? Ну? Окей. Ок, тёть. Как скажешь. Ага. Ок. Там уже увидимся. Ой, да, это я еще с приставки помню. Где? Какая прелесть. Ладненько, и на этой прекраснейшей покемонной нотке мы заканчиваем на сегодня. Серий по покемонам будет много, потому что я не представляю, сколько нужно серий, чтобы пройти всю эту игру. Поэтому подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте. И до скорых встреч. Всем пока!